Мне правда самому нравится. Что цени? У меня зависок. Ой, смотри, смотри, пап. Ну, знаешь, не очень, если честно. Ой, а ты куда собираешься? Собрался. Милан, я на свидание с мамой. Хочу ее как-то удивить. Думаю, что бы, блин, подобрать. Вообще нечего одеть. Да, этим ты точно удивишь. Так, нет, пап, ты никуда не поедешь. Пойдем тебе менять гардероб. А пока одень вот это, чтобы было хотя бы не так стыдно с тобой ходить. Я заказал шикарный столик. Хочу провести свидание. Ты уверена, что это подойдет мне? Поедем с тобой в торговый центр подбирать тебе новый гардероб. Не надо. Потому что, ну, вот это ни в какой не годится. У меня столько одежды, что прям нельзя... Так, папа, одевайся и поехали. Я вызываю такси. Вообще-то я его уже мерил. Мне кажется, он мне не подходит. Ну, ладно. И так сойдет. Короче, ребят, сейчас меня Милана будет одевать. Ну что, ребята, мы уже в торговом центре. Итак, папа, сегодня мы из тебя будем собирать три лука. Первый официальный, второй повседневный, такой спортивный, а что третий такое официальный? Домашний. И давайте все вместе. Знаешь, такой костюм, какие-то галстучки. А, так, а второй? Официальный, потом повседневный спортивный какой-нибудь, как у тебя вот такой вот. И последний домашний. А, домашний — это пижама. Да, погнали! Поехали. О, давай вот эту кофту пойдем, она смешная. Не понял. Так, пап, все, переодевайся, это полный кринж. Все, Милан, я определился. Ну, наконец. Вот этот костюм пап, беру. Пап, ты издеваешься. Че? Иди переодевайся и пойдем в нормальный магазин. Че, тебе не нравится, не могу понять. Ну что, ребята, мы пришли в самый дорогой и крутой магазин, погнали. Ты прям хочешь какой-то элегантный костюм? Да. Белый — это элегантность. Тебе нужен элегантный костюм, дорогой, прям хороший. С пиджачком и элегантный. Все такое? Да. Ой, какой классный, смотри. Тебе не нравится такой? А сколько он стоит? Сколько? 113 тысяч. Сколько? Немного. Не, вообще-то скидка. А, ну, ладно. 79. Вот, это костюм со штанами, прям, смотри, одинакового цвета. Его точно нужно брать. Он стоит у нас 163 тысячи. Это да, скидка. Да. Раньше стоил 227. Это скидка, пап, нужно брать. Да меня жена из дома выгонит за такую цену. Твоя мама причем, ты знаешь об этом? Если узнает она, что я на него потратил столько денег. Ну вот как раз и будет сюрприз, чему ты видишь его на свидании. Нет, ну он прикольный, спору нет. А померить можно? Ну как? Кайфули. Очень круто. Очень идет тебе костюм. В этом костюме, я думаю, маму удивлю. 100%. Да, но только я бы вместо футболки одела какую-нибудь рубашку. Да, ну он стоит 163 тысячи. Пап, для такого костюма это нормально. И вот ты подарок. Я не знаю. Мне, честно говоря, жалко таких денег.
Не, ну костюм шикарный. Это шедевр! Мне правда самому нравится. Что ценник? Я не шучу, 163 тысячи. Мне кажется, если Вероника узнает, она меня прибьет просто. Ну так что, берем? Да, берем, и не обговаривается. Ну что, пап, как тебе костюм, который мы тебе выбрали? Ну он шикарный, аж прям вообще слов нет. Да, согласна. С официальным костюмом закончили. Пойдем выбирать повседневный. Интересно, что это будет? Мы нашли тут один очень крутой повседневный костюмчик. Ну, чё, ладно, как тебе? Он мне нравится, он классный, прикольный, но я пока еще не узнал цену. Я тебя очень прошу, давай не будем выше вон той цены переходить, ладно? Нет. Пап, ты когда себе последний раз такие дорогие вещи покупал? Я не знаю, вот ты мне найди стоимость этого костюма. Он классный, он прикольный. Не знаю. А может быть где-то здесь посмотрим? А, вот он, по-моему, да, висит. Вот он, мой пиджачок, висит. Милан, что? Тут только кофта стоит, смотри сколько. Да, штаны 85, я узнала. У меня за весом. По купону. Ну что, я сейчас буду мерить один из самых дорогих костюмов. Кофта стоит 99 990. Надеюсь, мне хотя бы сделают скидку на 90 рублей. И штаны стоят 82 900. Ну что, как я вам? Нормально, одет, потому что побеждешь. Прям джентльмен, пап. Ну что, покупаем? Конечно. Естественно. Да, хороший. Пап, я так рада, что мы тебе купили два очень классных и красивых костюма. Как тебе они? Я тоже безумно рад. Особенно второй мне, кстати, вообще понравился. Да и первый тоже классный. Осталось купить только пижамку. Пойдем. Ну, мне тогда на ипотеку не хватит. Итак, ребята, уже совсем скоро Новый год, поэтому я хочу купить для папы какую-нибудь красивую новогоднюю пижаму. Надеюсь, ему понравится. Пойдемте выбирать. Милана, а вот такая тебе нравится? Да нет, на пижаму ищем. Пойдем быстрее, я там такое нашла. Пап, давай выбирать комплекс или хочешь. Такое клеточное или гномик? Смотри, такой? Написано «папа». Папа эльф. Вообще, это очень надо. И это что мне надо? Это XL. Так. Тебе какой нужен? L? Я не уверен вообще, что мне нужно. Ты уверен, нужно? Что я в этом буду ходить? Да, блин, я тебя заставлю. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Я считаю, что вот это тебе подойдет. XXL вообще стоп. Милан, ты что, я в этих штанах утону. Ну. А вот это явно не моя проблема. Ой, смотри. Смотри, это папа, медиум. Пап, а. Может, по-другому возьмем? Смотри. Упс. Это папа бэр, мама бэр, литл бэр. А литл бэр, мы кому бэр возьмем? Даня бэр. Ну, Даня уже не литл бэр. О, еще есть кул бэр. Вот я буду кул бэр. Тебе такая, кул бэр. Я иду это мерить? Да, а я тебе что-нибудь еще подберу тут, ну, тут прям так классно. Где тут примерочная, ё-моё. Да вон там. Вау, круто, вам себе очень идет этот костюм, вообще прям офигенно. Ну, знаешь, не очень, если честно. Давай лучше первый возьмем. Он тебе прям к лицу очень хорошо идет. Пойдем на кассу. Ну что, ребята, какой образ вам понравился больше? Мне кажется, мне больше понравился пижамный. Он такой милый и няшный. Напишите, а вы ставьте лайки. Напишите в комментариях, какой образ вам больше всего мой понравился. Ставьте лайки обязательно. И, кстати, если вы хотите, чтобы я одел Милану в каких-то определенных образах, напишите обязательно много-много комментариев, и мы снимем видосик, как я буду одевать Милану.
Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.